Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем. Люди понимают, что сегодня, если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, другой женщине и так далее. Ну, потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких. Ну, а когда ты сидишь все время дома, опустив руки, сопли развесивши, кашляешь, не кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки, ну, какой ты будешь здоровый человек? देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो, खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।